Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы поиграем в альтернативу Homeworld, ORB, Off-World Resource Base. Это орбитальные ресурсные базы, если переводить в русскую локализацию. А она была в свое время. И это действительно самый настоящий, ну, клон, скажем так, или не клон. Это альтернатива Homeworld, поскольку... Это игра про космос, про космические корабли, про две расы, которые борются с друг другом на кораблях, бродящих космические просторы. Да, все есть, все присутствует. И по клону это самое близкое, что было у Homeworld. Вот. К сожалению, история этой игры не очень-то завидна. Она вышла в 2003 году, когда уже вышел или готовился выйти Homeworld 2. И, собственно, если мы смотрим заставочку, то мы, конечно, можем поражаться масштабом и красотам фонов, бэкграундов, но, к сожалению, сами модельки кораблей, они вызывают очень много вопросов. Вот. И они где-то, скорее, даже меньше, чем то, что предлагает Homeworld 1. А Homeworld 1 в свое время был, можно сказать, законодателем жанра, не знаю, это было какое-то хакерское искусство, которое они сделали, которое даже не смогли повторить ни в Homeworld 2, ни, чую, не повторят в Homeworld 3. Вот. И... Да, и, к сожалению, у игры этой... Нету никакой модерской сцены, чтобы как-то так подправить, там, какие-то текстурки сделать или что-нибудь в этом роде. То есть игра фактически abandonware. То есть она продается, конечно, но по большому счету она заброшена. Вот. И даже чтобы запустить ее, потребовалось несколько хакерских штучек, скажем так. То есть это... Она по дефолту не позволяет перезапускать, ну, то есть альтабаться. Но если перейти вот в ORB INI, которая находится в корневой папке, и включить тут, отключить полный экран, и включить, собственно, Windows Frame Mode, по крайней мере, я это сделал. Вот это вот 0, значит, нет. Это не полный экран, а вот это вот, то что Windows-ская штука будет. И что у нас еще? Ну и, собственно, разрешение поменял вот на адекватное. То, что предлагала игра сама, а мне было ничего интересного, к сожалению. Вот. Но, по крайней мере, теперь можно делать вот так вот и нормально переключаться. Да, модерской сцены здесь нету, и даже вытащить все эти кораблики, чтобы как-то так чисто в каком-нибудь 3D-редакторе смотреть и переделывать напрямую, ну, к сожалению, не получится. Люди, у меня на Discord-сервере есть один парень, который практически все вот эти вот корабли переделал в 3D модели, но если так приглядываться, то они весьма так очень странно сделаны. Это какой-то китбаш скорее, нежели полноценная текстурная штука. То есть в Homeworld решили эту проблему с памятью текстуры, а здесь вот как-то не получилось. Вот, они пришли более прямым путем, и, собственно, бедность текстур отсюда. Вот, сейчас бы, может, это можно было как-то поднять, но ни сырцов, ничего. Ну и модеров, как я уже говорил, нету. То есть, если Homeworld 2 и Homeworld 1 еще позволяли делать моды, и это обеспечило им долгую жизнь и долгую память за счет еще других остальных, то здесь вот даже этого нету. Вот. Но опять же, игра симпатичная. Для своего времени она была очень даже. Я с удовольствием проходил. Вот.
Ну и, в общем-то, можно делать это тоже самому. Давайте поиграем. Итак, создаем профиль. А дальше пойдем в туториал, чтобы освоиться. Вы, кстати, видели, как он мир на самом деле находится. И как он... Какой он большой. Вот, видимо, тут какие-то артефакты пошли от того, что я расширил... Увеличил расширение. Вот две мышки, да. Так, держите. Ага, крутимся. Крутимся, да. Remote. Так, click and hold. О, смотрите, здесь можно было так. Вот это вот, кстати. Сфера, то есть не сфера, это то, что пытается теперь внедрить в Homeworld 3 вот эта вот сетка. Какой космос, да? Классно, даже. Ага. Поротентить. То есть она... они сделали свободную камеру до того, как это было мейнстримом. Overboss mode. Тапки. Тапки. О, вот, показывает, да. Так, Ctrl 1. Классика жанра. Next. Они где-то там летят, да. Ух. Далеко. Вот эти звуки, конечно, они такие типа инопланетские. Ну, прикольно. Да, Shift. О, прикольно. Он как-то очень большой. Очень большой интерфейс. Что у нас тут такое? Вот тут что-то сломалось, да? Да, что-то сломалось с интерфейсом. То есть не совсем можно так безнаказанно менять расширение. То есть, например, я в демиургах первых, ну, Ether Lords, это тактическая стратегия от Невала в их лучшие годы, там смесь героев и карточной игры, там менять можно расширение, и оно отлично будет работать, ну, до определенной меры. Но интерфейс, ну, графический интерфейс будет ломаться. Он будет показывать только вот максимум, сколько у меня, 1024 на 768, что ли, какой-то жестянка. Поэтому, когда вы делаете интерфейс, который для игр потенциально могут бесконечно расширяться, делайте его не сильно привязанным
к определенному углу, делайте вот несколько кусков, там, один на один угол, второй на второй угол, третий на третий, четвертый на четвертый, или там, просто по сторонам, там, по центру. Вот, получается 8 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Какие-то такие процентные, то есть относительные координаты, они абсолютные. Так, next. Оу, Verbose mode. Так, activate the grid. Yeah. Блин, как приятно. Вот берешь, Ctrl нажимаешь и... Так, Ctrl. А, смотрите, это так приятно делать. То есть вот в Homeworld'е там через W делаешь вот эти, в оригинальном Homeworld'е. Там потом в Homeworld 2 там тоже вроде через шрифт можно было делать. А тут, по-моему, эта игра все-таки немножечко раньше Homeworld 2 вышла. Вот, и тут уже такая штука реализована. Кто там летает, блин? А, то есть это... Понятно, я понял. Так. Можно как-то увеличить. Вот. А тут такая плоская карта, на самом деле. То есть, когда трехмерные высотные карты, то не очень весело, но... Это второй вопрос. Да. Красные, синие, серые, зеленые, а, туркоиз, это синий-зеленый. Next, did you know? Можно контролировать все из этой карты. Да, можно зумировать туда-сюда обратно. Ctrl-Shift. Даже через колесико можно управлять. А там Ctrl D вместо M. Мне что левую, ну, по крайней мере. Окей, понял, понял. Так. Мини-мапа. Три. State functions are available. Так, можно быстро скроллить по системе. Ладно, непонятно, но очень интересно. Так. Я бы не сказал, что грид, он гораздо интереснее, нежели диск. Ну ладно. Next. Угу, my zoom out for better view.
Which will I do? Понял, там через правую кнопку. Вроде как сложно, а с другой стороны все на ключевых кнопках. Ctrl-Shift. Первая кнопка, вторая кнопка и даже нормально. Вот. Окей. Так, один. А, максимум хай надо. Полетели. Где этот истребитель? В блендере перековыривал на современный лад. Весьма забавная штука была. Туза пинка. Не сказал, что там дико проще. Вот так. Смотрите, вот здесь какой-то же ключевой кусочек появился. Летели что ли, блин? Здесь вот из-за этого окошечка стали проблемы появляться. Полетели, больше нельзя. Давай, я тебя поймаю. Летят, летят, тоже не летят. А мы пока можем посмотреть, что у нас тут вокруг есть. Да, конечно, для туториала 20 минут уже как-то
многовато здесь. Поклёб. Проёб, но это весьма простительно для игры 2003 года. А вот это квадратное, конечно. Я не знаю, почему это случилось. Видимо, где-то связано с расширением. Ладно, давайте. Board game. Так, navigation. Давайте на файт пошли. Разобрались мы с навигейшеном. Да, next. Так, action. Где этот action? А вот, видите, смотри. Там уничтожить, саморазобраться, формация выключится. Ага, смотрите, можно скрыться, как будто никого нету. Пару включил, как на машине, и вот тебе видно, да. Да. Make information, давайте. Так, важная часть, все дела. Так, серые непонятные люди. Кто, где, где вы там, серые люди? Первые стали красными. Идентифицируйте. Альт. Да, конечно, не очень сильно. А, так, F1. Так, это у нас вражеские истребители. Так. Не теряйте. Дисплеит, ага, понятно. А, классика жанра, контролы выделяем. Нажмем P. Не пошло так, как надо. А вот сейчас пошло. То есть, по оно еще... Ладно. Движение было сложнее. Поехали дальше. Да, супер. Лог, статистикс, да. Thank you.
Да. Не, скан, скан, скан. Скан, где? Да, вот скан. Ладно, я понял. Такое прям. Большое бедро. А то есть ведро. Ресурс Marked R. Ресурсная база. А вот этот R. Это было просто. Вот ресурсосборщик. Ой, блин, интересно. Вроде как хомволдовский, а вроде бы и нет. Точку назначения обозначили. Сейчас он поедет. Пятьсот бабок. Хорошо. Даже ценники такие почти. Волгуски. Очень сильное влияние, очень сильное влияние, да. Я так понимаю, что это последнее или где-то около последнего. Это типа все компьютерная симуляция. Флэшингай. Вот он, человечек. Available. Ready search. Так, можно на исследование, на скрытные операции и на все остальное. Для исследования новых технологий нужен как минимум один человечек. Это влияет на скорость. Чтобы шпионить за врагами, нужен один человечек, как минимум. И также уровень академики. Академии уровень 2. Значит, все остальные во все остальные автоматически назначаются. Так, что там? Пилоты — это те люди, которые летают, и их вытаскивают из всех остальных. Так, максимальное количество людей — это зависит от количества баз, которые вы построили, и количество академий из ресерча. Как-то так. Так, 20 людей добавили, 12 нужно... отправить в ресерч. И
Окей, ладно. Смотрите, хорошо, что поменялось, да? Так, close. Теперь research. А куда? А, материалы, вот. Хорошо, что кнопки здесь, а не внизу. Смотрите, тут даже есть индекс свой. Вон там прямо все-все-все расписано. Как бы все это вытащить? А никак, хрен его знает. Где-то внутри оно спрятано. Если разработчики бы показались, было бы круто. А, construction materials, окей. Подождите. А, это ниже, ниже, я не смогу это сделать. Окей. Ладно, не сейчас. Будет забавно. Так. Реально, если сейчас ничего не получится, то вообще не весело. Давайте малус. Начнем. Малус интро. Все живые существа пробуждаются к свету солнца, когда два солнца. Это увеличивает нашу бдительность. Тень на тень, и свет отрицает свет. The specter of war rose before the people of Malus and froze their souls. There had been no need to dwell on war, for surely the betrayer had been conquered. The night sky told no lies. Two suns rose over Malus, an undeniable portent of the hellish return of the great betrayer. The Toramen tells us of the betrayer's return. The destroyer is relentless. All who have created and all that is created be vigilant. The destroyer seduces while he stings. The great betrayer, who had destroyed the very architects of our existence, was now setting its sights on another of the Aldar's children. Thus the winds of fear and suspicion tore through Malus. The cult's exarch demanded and was wearily granted absolute power. With a last gasp surge of strength, the Malus constructed an orbital spaceport in anticipation of the doom to come. Observer to observed, the striking hand gathers the flame. The crushing hand ignites the path. Victory is the light. Тут должен был быть макановский голос. Икхард Саджук собрал свои войска. It has been 47 years since the duel rising. On that fateful day, the great betrayer showed himself to us, just as the Toramen foretold. Some clans resisted the prophecy, but in their hearts, all knew that the great betrayer had come. Under the leadership of the Night Sky Clan, we began the largest military buildup in our history, preparing in earnest to confront our common enemy. The knowledge that the betrayer had resurfaced, and that we, the Malus, were chosen to stop him, brought a fragile peace to most clan conflicts. The reunited clans put their time, energy, and resources into developing our space-age technologies. Thousands of our people now call space their home. The cornerstone of our new military force was the construction of the spaceport, Nighthome. With its power and the determination of our people, we prepared to bring down the betrayer, to avenge our gods, and bring honor to the Malus was all we craved. The Sith Jahar devoted themselves with fanatical intensity to the construction of the Nighthome.
Its completion draws near, but more mining plants are needed to replenish our dwindling resources. And now a new problem has arisen. A logistics squadron, sent to build a mining facility, has gone missing at a time when precious resources cannot be wasted. The coordinates of their last position are all that remains. Джербаксу нужно купить этот тайтл и делать его часть истории Хумволда Саджахар. Чё, отлично, уже готовая история там на какой-нибудь третий какой-нибудь третьей серии или там к третьей галактике, я хотел сказать. Что-то они нашли. Мы нашли вражеские корабли. Ночной дом. Крусейдер 5. Крестоносец 5. Можете разобрать цвета на малусовские корабли? База, я верю, что эти знаки принадлежат искателям Второка. Короче, какие-то ренегады. Мочи ренегадов. Что-то быстро, блин. Я даже не успел сориентироваться. Чатер как следует. У вас не было ошибки, вы были просто Tilted X. Посмотрите, тут всякие. Какие-то забавные устроения, вообще другие, нежели в Хумволде. Ну, конечно, Хумволд задал свою базу, скажем так, для всего этого дела. Да. Не половину рандеву с ресурс бейс. Поехали. Вот, можно увеличивать скорость. Очень. В три раза. Не Хумволда, не Хумволд катаклизмовская. А, один убили. А, второй убили. Что такое? Как вы посмели? Это еще один. Приведите Саджухара. Медведя. Ух. Просто такой. Ну, мы защитили ценой всего. Да-да-да, что там такое, не понимаю. Проехали. Establish colony, undermining. А вон там вот. Да не ты. Тут что, нельзя отправить как-то гардить? Интересно, у нас интерфейс. Окей. Аудио, видео. Нет, видео ничего не надо делать, а то, блин, сломаешь.
Такая вот практически куба из гимпа. Конечно, делали текстуру вот прям просто чтобы сделать из разряда, но надо что-то нарисовать. А что тут нарисовать? Это я. Ладно, не важно. Так, окей. Что это? Поддержка? Здесь. Поддержка. Ох, хорошо. Опасно летят. Опасно. Вот эту игру китайцы могли бы переделать. Ну, в смысле, эти, которые фикс мод. Вот тебе дополнительная раса просто. Да, раз, два. Ой, что это? Ой, если бы вы знали, что это. Оно такое маленькое. Четыре агрессив. Ой. Нет, агрессив, агрессив. Хочу. Тут реально только точками такими летает все. Такое ощущение, что не очень понятно. Ощущение, что формации тут иногда вредят. Но это везде. Кажется, что формации могут скорее вредить. А, хорошо. Но, в общем-то, на наш авианосец. Вот так вот забавненько выглядит. Большими фонарями. Ну, если эти модельки все переделывать, то их надо очень сильно переделывать. Очень сильно. Просто переосмысливать то, что здесь нарисовано, и то, что они там понапридумывали. Потому что это явно вот, с одной стороны, это один и тот же, но отзеркаленное. И тут отзеркаленное,
тут отзеркаленная. Че вы там бьетесь, стреляетесь? Красота. Он прям так вот. Спейс-симулятор какой-то. Где-то там вдалеке что-то существует. Что с ним надо сделать? Дейтабл. Engage the invading blitz, да. Attack to disable, наверное, вот так надо было. Да, нужно задисейблить. Тут же есть такая фишечка, что можно задисейблить. Вот-вот. Видишь, как истребители могут задисейблить целый корабль? Целые. Night Home was damaged by the act of sabotage. Although our assailants failed to strike any critical areas of the station, the cowards fled. But we managed to seize a number of hostages in the struggle. We will yet discover the purpose of their wicked plot. There is strong evidence that our prisoners belong to the Seekers of Thorek clan. With a little persuasion, we have also learned that their plans were conceived to stop our expansion into space. The Exarch is furious at the failure of our intelligence agents to ascertain the Seekers' efforts to reach space before the Night Sky Clan. Good. Log, кто там? Можно посмотреть главные вещи, что здесь было. Музыка симпатичная, кстати говоря. Давайте посмотрим на Алузиан. В остальном, как бы, ничего такого. Ну, здесь, как бы, в остальном дальше играть в компанию. Алисиане, вот они так назывались. Да-да-да. Continue, yes. Давайте. Алисианское интро. Не дайте себя запутать теми, кто будут отрицать ваше истинное наследие. Смотрите в ночное небо. Видите? Разлад, нет. Ну и так далее. Ух, как 18 здесь. Years of exile. А, это этим. After the destruction of Alysia, the survivors of the wars fled. Aimless travelers in the endless black. They turned their backs on the wasteland that their world had become. They had lost their lofty philosophers, scientists, and politicians. More importantly, they had lost their high ideals. Their hope for a peaceful existence. Their banishment from the Aldous system had reduced them to scavengers, forging throughout the cosmos for mere subsistence. Their fate depended upon the discovery of a habitable planet, as did ours. The mystic Decius once stated that those who glide upon the wind often surpass the storm. These words now affected us deeply, as we had finally found our refuge. The few who still had the strength to lead the Elysian people after so much loss had rekindled our faith. Знаете, как библейская история здесь
Хомволдовская история. At last, we were home. A small moon, orbiting the planet Aknos, would be the site of our rebirth. The air slightly singed our lungs, but we were able to accept the discomfort. This was, after all, our new Alysia. Seven years on New Alysia brought about an explosion of creativity. Cities had begun to root themselves along the coastal region of the largest continent, named Yatra, after one of our greatest scholars. Soon, our first starport, Aldri, was launched into orbit. We had been fighting simply to survive for so long. The Alysian people now embraced the chance to rebuild their former civilization. Had our path led us into another storm? Unnatural energy anomalies were appearing throughout the sector. Worried that the recent prosperity of our people might be threatened, the elders sent forth a small fleet to investigate. Вот алисианские войска. Куда там надо было? Давайте сюда. Они все такие... Они все говорят на таком инопланетном языке. Как будто бы. Ой, что это? Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Страшно? Очень страшно. И один. А кто у нас? Агрессивно. Надо сделать. Уничтожить чужих. Вот. Мало ли. Батан Мадарота. Они все равно летают. Не спасетесь. Ой. Размножаемся пучкование. А кто у нас? Нафа на раку. Да, что-то не справляется на 1024. А, он не справляется с этой самой, с камерой. Типа ближе подводишь, и уже начинает графический артефакт проявляться. Забавно, как бы какие-то там. Провода придумывали. Тут провода, да. Чисто теоретически они не могут стараться с одной точки до другой. Умеет оно.
Рагнарак. Отражение, смотрите, есть. Все равно вот по таким маленьким разбрасываешься. Так что вот такой Молд 2 сделал довольно правильную вещь. Да, конечно, теряется некоторая мобильность в плане того, что ты как и что ты должен делать с этими истребителями. Но, в общем-то, есть удобство управления. Сразу склад. Еще прикольно, что они не побоялись планет понабивать. То есть это планета, которая там реально есть. Это планета. То есть это все в редакторе. Да и тут, в общем-то, видно. А если так, ну, к сожалению, так не делать. Это планета, на заднем фоне есть, да. Ой, ни хрена себе, сейчас нас убьют нахрен. Кто это такие? Если бы вы знали, кто это. Знаем, конечно, здесь так. This new aggressor struck too quickly for our young Elysian colony to defend itself. We were easily overwhelmed, and once again we were forced to flee our home. Reduced to nomads for a second time, the remnants of the Elysian people retreated into space. Короче, не нашли темный лес. Да. Ну хорошо. Не получилось. Да.
Да, Exodus. Давайте скирмиш посмотрим, если нам позволит. Эликс. Терциус. Кохмра. Фенрир. Найтхом, да. Давайте Moons of Terceus. Керриер портал. Во, кстати. Тут же можно по-разному. Типа и спейспорт есть большой, типа как... И с керриером именно. Но это уже второй вопрос. Так, дальше. Окей, геймплей здесь ставим. Build Speed, Max Fighters 15. Нормально, нормально, нормально. Все, смотрите, все можно натыкать. Manpower. 60. Побольше. Ресурсы. Ну, да, это может немножко испортить игру. Ну, давайте десяточку. Так. Carrier, да. И тут вот, кстати, прикольно, что вот есть разные типы носителя. Это фактически практически модули из Homeworld, но только реализованные через различные модификации кораблей. Вот. Кто-то стреляет, кто-то прячется, кто-то гипердвижком обладает. Ну, в общем, как-то так. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Strong Turrets, не знаю. Давайте, поехали. И кем я буду? Я буду, 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 буду ли я? А, давайте Алисия Айнином. Все, это, правда, не поменять лого. А лого тоже можно поменять, смотрите-ка. Как-то так. А, тут типа парами. Мы с Тамарой ходим парой. Окей, я согласен. Поехали. Заключительная. Так, билд. Майнинг. Билд. Файтеров. Это кто? Наш, не наш, не наш, походу. Вот тут вот проблема, конечно. Да, вот тут вот проблема, к сожалению, скорее всего, мы ничего и не добьемся. Потому что там еще будет внизу. Это надо будет менять. Расширение, экспериментировать, смотреть, как оно будет работать, не будет оно работать. Так. И, в общем-то, все будет ломаться. Это враги? Или это друзья? Я не понимаю. Не, вроде так. А. Отличная мордочка. Это наш. Они, правда, трудятся, вот эта вот штука. Но это уже второй вопрос. Да, опять же, наверное, разрешение. Не тестированное. Давайте. Я очень агрессивный. Такой.
это? Это уничтожено. Догоните? Походу, ни хрена не догоните. Там разная логика. Логика на то, чтобы поставить менюшку, и логика на то, чтобы не допускать движения мышки вне экрана. Да. Ну, так что я здесь тупо побалуюсь немножечко. Пока есть ресурсы. Ой, это не то, что я хотел. Нечаянно, а топ. Вернемся к нашим баранам, да. Надо было. Я знаю, что надо было. Надо было скирмиш сделать без всего, без ресурсов. 150, 5000 ресурс инжекшн каждую минуту, да. По 1000. And advanced arm jumping. Больше ничего не развиваем. Strong turrets или не надо? Ладно, не надо ничего. Да, геймплей. Так, Max Fighters. Пускай будет так. 10 build speed 1. Пускай так будет. Spying. Хрен его знает. Create. Да. Поехали дальше. Ну, не будет у нас ресурсной базы, но зато, по крайней мере, будет то, чем строить. Build. Star Chaser. Invader. Смотрите, какие кораблики тут есть, прям вот, вот, ух, душевненько, да? Конечно, он здесь дергается так весело. Па-па-па-пам. Майнинг, Advanced Recon, давайте построим. Такие плазмы, шмазмы, manpower, color, упс, поставим. Ага.
на рак. Сейчас нас быстро убьют. Это уже второй курс. Fighters. Ну, что такое мир? Устра, нара. Чисто теоретически нужно было его. Пошел размес. Да ты просто жжешь. Жистик, торпеда, проб. Где, да, мочите их. Устра, нара.
Жирноват я тут показался. Да фаллер, блин, а? Спешл иск какой-то. Правда, непонятно. На компанию проходите. Все будет яснее. Свойство действия с этим объектом. Да. Дальше. Гад. Пробовала. Смотрю, что там какая-то Месилова началось, а? Это наш вообще? Охрана. Тоже охрана, да? Оса, на рак! Давай, я иду. Идущий на смерть присы. Так, теперь. Что там у нас по человеческим? Нормально все. Опять.
Один раз запустил и забыл. Прикольно, что можно даже не уходить далеко в эту самую на карту, посмотреть что-то, ну это так из разряда быстренько туда-сюда, а оно сразу все проглядывается. Кто такие? Интерцепторы. Ну ладно, здесь мы просрали. Творческий потенциал. Маса, на раку. Блин, куда оно уходит? А кто у нас? Понятно. Оно до определенной точки, а потом уже все. Инвейдер. А кто у нас? А, подожди, это наши. Это наши или не наши? Подожди, кто это? Ну и что делаете? А, красный, наверное, все-таки наш. Вот те раз, да? Да, тут и есть такая проблема с цветовой дифференциацией, что нам. О, с этими надо повоевать. О, тут дефицили одного персонажика. Не колбасит врагов. Супер земли.
Я врезался в астероид. Вот тебе раз. Отличненько. Наебнулся на отличненько. Хорошо. Ладно, давайте последим за ним. Последний бросок валькирии. Да. Все. Да, как-то так. Ну что ж, дорогие товарищи, спасибо, что посмотрели со мной этот выпуск. ОРБ была в свое время хорошей игрой, и она, в общем-то, ну, хорошая игра, то есть есть за что ее полюбить, у нее свой собственный шарм. Если бы не отсталость технологий, то есть в вот этом костном движке и отсутствие возможностей по моддингу, то я думаю, что она бы тоже могла быть чем-то большим, нежели просто клон ХВ. Но как-то так судьба не сложилась. Было бы, наверное, даже классно, если бы кто-то взял и наконец-то взял, выпустил вторую часть или какое-то переосмысление первой, там, ремастер, ремейк, скорее ремейк вот этой игры сделать, и получился бы достойный конкурент Умолда. Еще одна стратегия в списке классических, скажем так. Но жаль. Вот. То, что все имеется, музыка имеется, лор имеется. Он, конечно, не так цепляет. Проблема жанра Умолд, что он всех пожрал, зараза. Вот слишком крут для своего времени. И все остальные, там, Гегемония, Nexus, Jupiter Incident, они как-то так растворились. Но мы до них еще дойдем. А современные инди-разработчики не так сильно вышли вперед. Ладушки, на этом все. Если понравилось, лайки, подписки, шары. Вам приятно, мне полезно. Мы обязательно вернемся к еще другим ХВ-альтернативам. И если вы даже напишите, какие бы вы хотели видеть, то было бы здорово. Может быть, я чего-то еще не учел из списка того, что у меня есть на листе. А на сегодня, наверное, все. Обязательно заходите на наши Discord-каналы Кооператив Дружба и Homeworld Russian Fleet, на котором не только Homeworld, но и прочие космические игры, я думаю, собрать. Вот, ОРБ это явно из них. И я думаю, что на сегодня закончим. Все, спасибо и пока.